Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру по названию Freeze. В прошлой серии мы получили способность менять измерения. И теперь мы с вами вот так вот тут лазим. Так. Жучок, здорово. Еще куб. Изи. Тихо. Я уже упал. Я думал, я сдох. Может, еще как-то херь. Готово. А, то есть у меня их сразу два, да, остается? То есть не пропадает. Ого. Только посмотри на это место. Кажется, оно очень важное, а? Вокруг... Так, так. Как насчет осмотреться вокруг? А да, не может быть. Очередная дверь. Я говорил тебе, будет много дверей. Этой требуется 4 куба. А этой 8. А этой 16. Это место что-то вроде важного места дверей. О, я даже не знаю. Вот почему ты здесь. А теперь отправляйся на поиски кубов. Окей. Так, а типа... Там тоже секрет? Или под... Нет, вот секрет. Блин, вот опять, вот снова. Тут есть секреты, да? Две точки с секретами. Бурмана, тихо. Раскол на следующую локацию. Там еще какая-то большая локация, но я не понимаю, что за херня. Ладно, не суть. Поехали. Не суть, поехали. Хорошо, я вижу, куда мне идти. О, еще кое-что. Если нажмешь Tab, ты откроешь инвентарь. В инвентаре хранится вещи, которые ты нашел. Хорошо, клянусь, я закончил. Так, кубы, карты сокровищ. Ну, это мы смотрели. Так. Поехали. Какое-то море. Ага, раз куб вижу. Там куб вижу. Мы вообще в какой-то морской лагуне с вами оказались. Так. Ух, это вообще переходы между локациями, ё-моё. А я типа умираю, если я в воде нахожусь, а ну? А нет, не умираю. Так это, слушайте, значит тоже нужно и воду юзать. Так, мы отсюда, да, пришли? Давайте тогда маяк исследуем. Что это за кубик? Понятненько, ладненько. Так, золотой ключ у нас есть. Один.
Ну, типа, я ключ обменял на ключ, да? А нет, смотрите, карта. Это карта сокровищ. Может, как-то по этим нужно было определять мне? Готово. У меня два кубика только есть. Больших. Чё, блядь? Ёлки-палки, ну пошлите. Они будут постоянно, да, крутиться? Можно. Короче, нужно ждать, я понял. Опа. Опа. Механическую дверь зашли. Опа. Здрасте. Так, там тоже дверь у нас. Блин, мне что, в глаз попало? Ай. Неприятно. Это тоже куда-то проход в другое измерение. Это еще куда-то дальше. Короче, давайте пока что будем идти дальше, 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 а потом, если что... Блядь, что, глаз что, блядь, попало, и все, пиздец. Минус глаз. В принципе, я знаю, что можно замутить. Так, тихо. Короче, мне нужно на то здание перепрыгнуть. О, готово. Так. Мне нужно как-то за этим, да, быть? Как мне туда попасть? На самом деле так сложно. Ай-яй. Как серьезно, слушайте. Типа, мне нужно прыгнуть сначала за эту. Короче, мне нужно как-то так запрыгнуть, чтобы в конце концов я оказался с той стороны. Ладно, значит, мне рано, да? Это рычаг? Щелкни контроль любой рычаг, чтобы повернуть так. Держень в ту или другую сторону. Рычаг. Ё-моё. Я думаю, что за рычаг, ёлки-палки. Тогда все ясно теперь, что делать.
Заново. Так, я еще в какой-то дом иду. Я иду дальше, дальше. Или нет? Надеюсь, это я просто в дом вошел. Так, можно карту посмотреть? А то что-то так смотрю на это все дело. Мать, я куда уже ушел? Пипец. Пойдемте дальше. Так. Кусок куба заберем. На что? Не написано. Ладно. Поехали. Пространственные какие-то большие порталы и сложно все на самом деле. Здесь запутано в первую очередь. Типа вот мне новые локации херячат, херячат, херячат. А где им? Хер пойми. Ух, блядь. Да, это сложно. Это пипец как сложно. Так, сначала нужно разобраться. Ага. Угу. Допустим. Хорошо, в дом пошли. Это точно уже дом. Так, 5 частей у нас есть. Я должен все дома исследовать, если что. Чтоб потом не запутаться, где. Вот опять я куда-то вошел, и смотрите, какой там промежуток. А, я еще и вниз могу попасть. Добро. Уху-ху-ху-ху. Так, куда дальше стоять? Готово, зацепились. Отлично. Сейчас заберем эту сферу. Возвращаемся обратно, вижу дверь. Вижу дверь, но не знаю, как в нее попасть. Ага. Нет, давай еще. Мне нужно просто примерно понимать, что я делаю. Нет, давайте лучше в ту сторону. Так, сверху допрыгнуть сюда. Еще. Так. Получается.
Теперь мне нужно вот сюда. На платформу наверх и полезем наверх по лесенке. Кстати, а где... А вот она все. Я думаю, где она. Да не, это сложно. Вот это вот сложно. Готово. Поехали в дом, потом к моему ку, или что это, я не знаю. Я еще дальше пошел. Может, будем это исследовать лучше определенный участок? То я что-то так смотрю, мне все дальше и дальше уводит. Просрано. Да-да, мне только сюда идти теперь. Мне нужен ключ теперь, нужен. Очень сильно нужен ключ. Да, я сейчас за тобой полезу, подожди. Это дальше, да, в локацию? Пипец, тут сколько всего, ё-моё. Понимаете, это просто минус мозг, вот действительно. Так посмотреть на это все происходящее. Так, не понял, тихо. Еще крутим. Еще крутим. Раз. Ага, куб у нас есть один. Так, это как раз нам три, как когда нужно было. Так, а теперь ты. Хорошо. Прыг. Прыг. Готово. Так. Так. Я ж не умру? Не умираю. Отсюда еще куда-то есть проход. Ладно, потом будем это все исследовать. Пока что идем прямо, куда нам доступно. По дверям именно. Там еще куда-то проход? Или это та же? Или это тот же проход? А, ясно.
Проходим дальше. Ладно, допустим, туда не... Целый куб? Тут же ничего нету. А как мне запрыгнуть туда, наверх? К большому кубу. Ну, смотрите, здесь, в принципе, врата какие-то есть. Добро. Походу все, здесь тупик. Потому что я туда забраться не могу. Мне артефакты, наверное, да, какие-то нужны. Так, по дверям здесь у нас нету дверей никаких. Поэтому возвращаемся. Я не вижу дверей, поэтому возвращаемся. Хотя здесь, по сути, есть еще куда-то поворот. Какая-то дверь. Может, мне нужно вниз по трубам? Ага. Вниз по трубам. Спустился. Вниз по трубам я спустился. Проверяйте. Хорошо, вот там у нас еще куда-то вниз можно спуститься очень сильно. Это у нас закрытый маяк, ничего нового. Короче, здесь просто спускаемся. Короче, возвращаемся потихоньку обратно. Потому что у нас ничего нету такого. Ну, в этой серии мы хотя бы с вами исследовали примерно мир, какой он у нас... масштабом. А по масштабам у нас пипец огромный. Большие масштабы, очень большие. Так, next дверь. Поехали. Походу, я сейчас туда перемещусь, да? А там подниматься можно выше и выше. Ох, ё-моё. И сзади еще есть какая-то постройка. Оп. Готово. Готово. Что это было? А, сложно. Давай с этой лучшей стороны тогда прыгаем. Оп, готово. Готово. Еще раз. Отлично.
Хорошо. Короче, в этот момент просто нужно прыгать, да и все. И проблем никаких не будет. А вот это плохо. Главное, лучше здесь было падать. Ой, Манати, а вот это вот будет... Давай, давай, давай! Ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Почему ты не прыгаешь? Он не прыгает! О, наконец-то. Как вы мне предлагаете вот это выигрывать? Ой, ой, бля. Ой, бля. Так, а вот это вот будет сложно, мне кажется. Попытаться можно. Ух. Проскочил как. Нормально. Ай. Более-менее привык, ладно. Shift, в смысле? Нужен лифт? Болты и гайки используются для вертикального перемещения. Да ладно. Нажми ТКТ, возможно, на рукоятке. Так это я уже делал, потому что... Не тупи. Палки. О. Ключик? Тогда нужно отправляться будет к маяку. А не, кусок карты. Так. Не в ту сторону. Так, хорошо. Поехали. Вот потом, если, блин... Тоже будет мои, конечно, проблемы, но все же. Потому что мне потом уже еще придется и спускаться, и заново подниматься, так ведь? Это ж не просто так. А, ну если так, то нормально. Типа, ради целого куска. Окей. Тогда no problem, тогда без вопросов. Ты нашел 4 куба. Теперь ты можешь открыть дверь, которую мы видели ранее. Ту самую, что находится за твоей деревней. Что это такое? Это типа телепортами? Или что? Манати, мне придется потом бегать, чтобы вернуться туда же, где мы еще не были. Узри! Портал! Выбери пункт назначения и нажми так телепортироваться. Так, подожди. Как это работает? Тап. Он уже сказал тап, да, или нет?
Узрей портал. Выбери пункт назначения, нажми. А ну и где он? А, стойте, это же вот тут, помните, где... О, тогда все нормально, все. Так. Да, все нормально. Поехали. Гомес, берегись! Гомес, берегись! Черные дыры. Черные дыры плохи. Без Кагиксандра мир становится нестабильным. Раса может быть сжата так много раз, прежде чем разорвется. Готово. Так, а наверх мне, походу, не подняться уже, да? Печально. Так, ну давайте тогда... В этот домик пойдем. Или это дом обычный, пустой? Да, это пустой дом. О, ой, там еще вон дверь есть. Так, отлично. Здесь мы еще не были. Может, я здесь запущу портал? Походу, я здесь не запущу портал. На, тогда давайте вернемся обратно, будем заканчивать серию, потому что у нас уже время. Так, что по карте? В принципе, одну часть мы вообще полностью исследовали. Что это? А это где портал я открыл? Хорошо. То есть одну часть мы с вами полностью исследовали. В сторону, где маяк, вот эта мельница, там еще у нас много неизвестного. Также нужно было бы вообще следовало вернуться обратно нам. Очень бы советовалось. Здесь большие два пространства, огромные кубы. Тут у нас куб большой неизвестный. Пока что мы здесь находимся. Поэтому... Подождите, мы сейчас открылись в эту, да, сторону портал? Или нет? У нас здесь сокровища есть. Странно. Ладно, давайте тогда на этом заканчиваем. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.